Нужны вещички? Пока. Эй, ты! Здравствуй. Удачного пути. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Что-то нужно? Конечно. Пока. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Что? Ну, давай глянем. У меня полно работы. Thank you.
Так, что теперь? Thank you.
Это было ужасно.
Застрелялся. Сердце у тебя. Я удивлен. Неприятно осознавать, но я у тебя в долгу. Что ж, я это исправлю, но сперва... Знаешь, а ведь Акари не ошиблась. С твоим приходом началась... Эра восстановления. Я так долго ждал этого момента. Шанса вновь вдохнуть в этот мир жизнь. Ты долго спал и поддерживал меня. Другие забыли, но не я. И сегодня... Ты возродишься. Вместе мы построим великую цивилизацию. Настала новая эра. Дитя, тебе удалось, и я отплачу тебе. Мой мир спасен. Теперь ты можешь спастись. Или хотя бы умри с честью.
Тут красиво. Это подозрительно. Что ему нужно? Я не... Пакультек? Я не знала. Но ведь его дом так далеко. Человек? Другой Пакультек. Не могу. Ну же, ну! Не... Это было ужасно. Пакультек, я могу помочь ему что-то найти. Я слышу много интересного для Пакультек. Могу поделиться секретами. Не бесплатно, конечно. Знать живет за счет плодов, что им дает императрица. Но с годами ее даров становится все меньше и меньше. Одни твердят, что плоды она хранит для себя. Другие, включая саму императрицу, кричат о ворах. Правда в том, что плод испорчен, и императрица пытается скрыть это. Только... Да-да! Thank you.
Полагаю, это правда. Я знаю твой народ. Ты пакультек. Ты чужак. Что ж, тогда будем друзьями. Пакультек Форд нам помог. Только из-за него я говорю с тобой. Они пытаются выведать у Форда, как найти нас. Королева держит его в Зиккурате. Храм легко найти, но не Форда. Это Навун. Она была императорским стражем. Теперь возглавляет восстание против знати. На самом деле мы боремся с бессмертными прародителями знатных родов. Ведь знать обманули. Императрица дала им долгую жизнь и заставила пойти против нас. Эти рабы, калькеты, просто жертвы. Они выросли, веря, что служат бессмертным, что все предрешено. Но бессмертие — это ложь. Древо, что дает жизнь, мертво. Пусть и не все это знают. Много кругов. Около сотни ваших лет. Знать заточила его людей в пещере. Они убили всех. По крайней мере, так мы думали. Я нашла Форда вдали от пещеры. Вылечила и помогла вернуться домой. Хотела бы я сейчас ему помочь. Но им нужна я. Форд это понимает.
Да. Он несколько раз возвращался и всегда помогал. Оружием и знаниями своего мира. Он сказал, что... Америка много знает о восстаниях. Последний раз он приходил 20 кругов назад. Сказал, что останется, будет жить и сражаться вместе с нами. Я была рада. Но знать поймала его и забрала. Он не вернулся. Я была императорским стражем и вкусила плод жизни. Мне несколько сотен ваших лет. Хотя я ела плод очень давно, я все еще старею очень медленно. Это долгая история. Тебе правда интересно? Долгие годы императрица контролирует знать с помощью Тейн, древа жизни. Плод Тейн дает бессмертие. Но что древо мертво, знают лишь приближенные императрицы. Знать догадывается об этом. Но пока они получают вожделенные плоды из запасов, они не задают лишних вопросов. Я знала это. Презирала это. Но продолжала служить. Бессмертие — это великий соблазн. Многие думают так же. Запасы сокращались. Знать жаловалась, а простые люди страдали. Я видела это. И ничего не сделала. Чтобы успокоить знать, императрица обвинила деревню Ксока в краже. Меня отправили казнить жителей. Они были невиновны. Семьи, дети. В тот день я ушла от императрицы. И с тех пор борюсь с ней. Удачи в поисках.
Это было ужасно.
дела? Береги себя. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Эй, бродяга. До встречи. Что? Что? Надеюсь, оно того стоит. У меня полно работы. Конечно. Береги себя.
хватает места. Thank you.
кажется, дела плохи.
Это было ужасно.